Полетели. Сегодня в египетской Хургаде встретили первый чартерный авиарейс с туристами из России. 6 лет курорты Красного моря были закрыты для посещения нашими соотечественниками. Теперь в страну пирамид из Москвы будет по 5 рейсов в неделю. В Ассоциации туроператоров России ожидали ажиотажного спроса, однако этого не произошло. В чебоксарских туркомпаниях заявили о повышенном интересе к турам Шарм-эль-Шейх и Хургаду, но не о спросе. Покупать билеты в Египет туристы пока не готовы. Цены на тур в Египет не столь конкурентоспособны, потому что если брать, к примеру, отель 5 звезд в Египте и в Турции он будет на порядок дешевле. Поэтому я своих туристов сейчас не тороплю и прошу подождать хотя бы пару недель для того, чтобы понимать, какая ситуация вообще будет твориться на рынке продажи этих туров. Напомню, египетское небо для российских самолетов было закрыто 31 октября 2015 года после теракта на борту самолета над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Сегодня Египет усилил меры авиационной безопасности, что было основным условием для возобновления авиасообщения между нашими странами.